когда-нибудь мы вспомним это, они все пережили и не поделимся самим. А нынче нам нужна одна победа. Десятый наш десантный батальон. Десятый, ну, говори о войне, батальон. Его никто не выложит. Это сейчас опасно. Там везде хорошо. Ну как хорошо, если вот этот дом, ну по сравнению с этим, это особняк. Потому что, ну, похожий дом, ну. Раньше игра, он только фуги, он весь дрожит от страха, не слыша баха. Теперь на нем играю я.